С января по июнь этого года китайские производители продали в России больше автомобилей, чем за весь прошлый год. Всего за первые 6 месяцев в нашей стране купили 168 тысяч автомобилей из Поднебесной. За год их доля на рынке стремительно выросла с 10 до 46%. По данным исследовательской группы «Открытие авто», самыми популярными оказались модели компании «Черри». Эксперты предполагают, что совокупные продажи промышленников КНР за этот год могут достичь 400 тысяч автомобилей. В России открывается и больше китайских автосалонов. Сейчас их 1500. Это 46% от общего числа дилерских центров в стране.